Коллеги, давайте проверим микрофончик, как меня слышно, все ли слышно, потому что все, я включила запись, слава богу. Отлично, все, давайте приступим. Я хочу сказать, как только я приступила к подготовке этого вебинара, я поняла, насколько в компании, насколько много продуктов, которые я очень люблю. Я просто могу об этих продуктах рассказывать часами. Но взяла одну основу и думаю, что мы теперь сделаем такую серию вебинаров именно по направлениям. Потому что когда начала готовиться, начала действительно вкладывать те продукты, которые особенно сейчас для меня актуальны, особенно которые я люблю и по которым большое количество было спросов. И сейчас я вам скажу. Во-первых, хит продаж или то, что пользуется особым спросом Faberlic. И я знаю, что один из продуктов, который является хитом продаж, это легендарный кислород. Это основа основ наших всех кремов, практически всех. Практически все продукты по уходу за лицом добавлен наш Novaftem. Излюбленной. Это действительно основа основ наша. Я сейчас зачитаю несколько буквально слов про легендарный кислород, чтобы вам было легче ориентироваться. И уже потом расскажу несколько историй, которые будут для вас особенными. Но прежде чем я начну зачитывать, я хочу сказать, что сегодня мы с вами поговорим о хитах, продуктах для здоровья. Потому что на самом деле об этом говорится мало, информации недостаточно. И именно наш опыт, наши истории, наши какие-то показатели, примеры, я думаю, они для вас будут очень полезны. Итак, приступаем к самому любимому нашему продукту, это кислородный бальзам серии iStream, линия легендарный кислород. Кислородный комплекс бальзам активно улучшает кровоснабжение и питание клеток кожи, ускоряет естественные процессы ее восстановления. При ежедневном применении помогает коже противостоять неблагоприятным климатическим условиям и восстанавливается после стрессов. Инновационная технология iStream сочетает в себе уникальную формулу кислородного комплекса Novaftemo-2, питание клеток кислородом и запатентованной лабораторией Faberlic микрокапсулы Тумерон, антиоксидант, защита клеток. Подходит для всех типов кожи. Многие читают это сообщение и многие воспринимают ситуацию, что это только для лица, что это только для ухода за кожей. Сегодня я вам расскажу про легендарный кислород немножко больше. Я вернусь в картинку, чтобы вы ее запомнили. Запомните, пожалуйста, этот крем, этот гель. Почему? Сейчас объясню. Во-первых, это мини-аптечка дома. И каждый консультант Faberlic должен иметь этот продукт. Этот продукт уникален, потому что он применяется во многих направлениях. Во-первых, это ранозаживляющий продукт. Очень быстро. Это противоожогов. Очень быстро. Знаете, даже если, предположим, вы нечаянно задели плиту или задели, предположим, сковороду или вот любой ожог от утюга, если вы моментально нанесете этот бальзам, то вначале идет очень такое резкое пощипывание, то есть вот резко, но потом у вас практически не останется даже шрама, потому что он очень быстро восстанавливает кожу после ожога. Расскажу несколько маленьких историй, чтобы долго не задерживать, но чтобы вы поняли, что это за продукт. Моей маме было 78 лет, когда ей сделали операцию. Операцию удалили грыжу. В этом возрасте очень плохо заживают, ну, вообще заживает кожа, и, естественно, не хватает там витаминов и многое другое. И заживление происходит очень длительное. Я приходила к маме и специально обрабатывала руки антибактериальными средствами, и этим бальзамом прям на рану проникала и прям этим бальзамом наносила средство на рану, на именно послеоперационную.
У мамы в 78 лет очень быстро стянулилась именно шов. И когда ей делали перевязку, медсестра спросила: «Скажите, что вы делаете?» Мама, конечно, такая вся деловая, сказала: «Ничего», испугалась, что будут ее ругать. В конечном итоге медсестра сказала: «Вот вы меня не обманываете, скажите, чем вы мажете? Я же вижу показатели, потому что даже у молодых людей после операционно очень длительно заживает. Скажите, чем мажете?» И тогда мама принесла вот этот бальзам Новафтем и показала: «Вот дочка мне принесла, вот этим мажем». И медсестра сказала: «Да, мы знаем этот продукт, мажьте, продолжайте дальше, потому что в вашем возрасте такое быстрое заживление не могло быть. Потому что даже то, что операция, с одной стороны, не очень сложная, удаление грыжи, но при объеме операции, потому что там уже было очень большое такое, знаете как, грыжа была чуть ли не с младенца, затянула она, то, что у вас так быстро заживает, это просто потрясающе». Это первый случай. Второй случай. Как-то однажды был праздник, мой муж замечательно попраздновал со своими друзьями, и на улице его встретили хулиганы. И домой он пришел полностью, фиолетовое лицо было прям, знаете как, ну очень сильно его избили. И губа была внутри просто вот расщеплена, знаете, где-то на 1,5 сантиметра длиной и где-то на буквально, наверное, на 0,5 сантиметра в глубину. И поэтому нужно было вот обычно при таких ранах обычно нужно ехать ну как к врачам и обязательно зашивать. Ну, так как он был в нетрезвом состоянии, ну хорошо попраздновал, мы решили просто помазать новофтемом нашим и на утро уже поехать к врачам для того, чтобы уже ему или зашили, или что-то уже сделали. Мы нанесли поверх губы и прям обработав рану вовнутрь, прям вот обильно-обильно. На утро, когда он проснулся, то его вся рана внутри губы просто срослась, там ничего не осталось, и зашивать даже не пришлось. То есть вот легендарный кислород, вот именно этот бальзам, очень быстро заживляет любые раны. Когда у меня дети сыновья были маленькими, он назывался Акваптем, и у нас всегда стоял он, это как его, в холодильнике на двери, ну, чтобы температура была обязательно 5 градусов и более, чтобы не переморозить. И когда они бегали на улице и просто-напросто колени разбивали, а мальчишки, они обычно падают и все остальное, они даже не обращались ко мне. Они брали просто-напросто Нуафтем, прибегали, обрабатывали рану, чем-нибудь смывали грязь, носили Акваптем и бежали бегать дальше. И поэтому вот коленочки, которые шла сукровица, оно моментально стягивало пленочкой, и на коленках ничего не оставалось. Вот я смотрю, что Оксана у нас пишет. Спасибо, Оксана, за ваши слова, то, что вы пишете. Люди прочитают. Я просто немножко расскажу еще одну ситуацию. В нашей жизни была такая ситуация. Ко мне обратилась мой консультант. У нее ребенок год и 3 месяца перевернул на себя 5-литровую кипящую кастрюлю. Она готовила, и ребенок прямо на себя перевернул эту кастрюлю борща. 35% ожогов было тело, лапочки на ногах буквально, знаете как, они превратились вообще практически в месиво. И когда она привезла в больницу, врачи сказали: «Сейчас пятница, мы не сможем перевести в ожоговый центр в Челябинск. Поэтому сейчас будем теми средствами, которые у нас есть, использовать их для того, чтобы хотя бы остановить вот этот процесс, потому что ребенок просто благим матом кричал, был страшный ожог, и ожог признали, что где-то была первая группа это ожога. Дашенька, убери, пожалуйста, мышечку. Где-то была второй, а где-то даже в третьей степени ожог был. И мы тогда попросили врачей, чтобы они нам разрешили наносить Акваптем. Они сказали, что мы знаем, что такое перфторуглеродистое соединение. Они знают, что это такое, основа нашего бальзама. И мы притащили огромное количество сертификатов, мы принесли большое количество
документов, которые были у компании, нам прислали. И врачи сказали, хорошо, мы даем добро, мы даем стерильные лопаточки, пока вы на рану не наносите, вы наносите вокруг, они наложили специальные салфетки на ожоги, и говорит, вокруг раны идите. И через каждые полчаса мы притащили количество консультантов, директора, собрали от себя каждый по флакончику, принесли маленькому малышу. Мама и тетя наносили через каждые полчаса. После первого нанесения у ребенка спала температура. После второго нанесения ребенок успокоился, начал просить кушать. И была ситуация такая, когда в понедельник врачи пришли и сняли, то есть вот эти вот какие специальные там были наклейки, когда они сняли, они сказали, мы были поражены. Они сказали, говорит, обычно на третьи сутки вот при таких ожогах сукровица, то есть кровоточит, водичка течет, и ожоги в таком состоянии не в очень хорошем, и приходится, иногда бывает загноение. После того, что вот прошла пятница, суббота и воскресенье, мы наносили этот бальзам Новафтем, говорит, удивительно, кожа, где были ожоги, натянулась тоненькой пленочкой. И мы ребеночка не повезли в ожоговый центр. Они сказали, давайте будем продолжать мазать вашим волшебным средством. Обычно, и они говорили, там посмотрим, потому что сказали, что при таких ожогах нужно обязательно делать микропластику на лапочках, на ножках у ребеночка и в тех местах, где сгибы, придется делать микропластику. В конечном итоге мы постоянно наносили вот этот бальзам Новафтем, и простите, обычно при таких ожогах выписывают на где-то на 30-е, на 28-е сутки людей, особенно деток. У нас выписали, ну, я уже говорю нас, потому что он прям одной, этот ребеночек, он уже сейчас уже взрослый, мама благодарна, и ребенок с детства знает, насколько уникальный этот продукт. Потому что выписали уже на 18-е сутки ребенка из больницы, потому что кожа начала натягиваться, во-первых, и начала нарастать розовая кожица, здоровая, новая. То есть у ребенка начала расти новая кожа. Врачи, конечно, были просто поражены вот этим продуктом. Кстати, могу сказать такой момент, что перфторуглеродистое соединение, из которого делается, и у нас патент на этот продукт у компании Burlik, его используют в ожоговых центрах в Москве и в Питере. То есть там конкретно прям вот специальный продукт перфторуглерод. У нас он более концентрированный и внесен во многие наши крема. И смотрите, какой момент. Ребенка выписали заранее. У ребенка на протяжении всей жизни остались только, знаете как, на сгибах в локтях, вот где локоточки, в локтях, вот где он сгибает, остались, знаете как, жгутики. А на лапках вообще ничего не осталось, никаких ожогов нету. И самое интересное, что практически нету шрамов, то есть совсем чуть-чуть. То есть ребенок абсолютно нормальный, абсолютно нормальная кожа. И она причем нормальная, живая кожа при росте, как он начал расти, кожа нормально росла. И нету никаких, вот знаете, как перетяжек. Вон Дарья тоже пишет интересные случаи по поводу вот этого продукта. Поэтому этот продукт, он просто уникальнейший. Я вам серьезно говорю. Могу еще одну историю рассказать по этому продукту, от которой мы были просто в шоке. Об этом продукте можно вообще по несколько часов рассказывать. У нас есть директор в компании Faberlic, который очень любит животных, очень любит собак. Она как-то приехала в деревню, увидела какую-то собачку, которая виляла хвостом, дворовую, в деревне, наклонилась и начала ее теребить. И та ни с того ни с сего цапнула ее за щеку, и у нее прям половина щеки вот так вот повисла. Вот прям повисла, получается, внизу остался, как на коже держалась, и прям с мясом вот так вот повисла.
А потом, что произошло дальше? Она, естественно, понимала, что, во-первых, вечер, во-вторых, все закрыто, до ближайшего центра, где есть поликлиника, больше, ну, некуда ехать. И она просто-напросто, вот то, что спрашиваете, вы задаете вопросы. Коллеги, вы слушайте немножечко меня, потом зададите вопросы, мы ответим на них. Она обработала просто рану водичкой, тепленькой, именно, вот у нее не было перекиси с собой. Она просто теплой водичкой обработала рану, прям вот этот кусок мяса, который висел, туда прям наложила Аквафтем, благо он был с собой, приложила к щеке и просто наклеила пластырь. Когда... Простите. Когда она приехала на следующее утро к врачам, в ближайший центр медицинский, врачи сказали, чем вы делали, вам зашивать не нужно. У вас вот это вот оторванное мясистое вот месиво, оно приклеилось, мы его даже отдирать не можем. Давайте вы будете мазать тем же самым, и мы просто сделаем, натянем повязочку такую пластырем, для того, чтобы у вас просто получилось, чтобы стяжка, чтобы оно не расползалось куда-то. В конечном итоге она продолжала мазать в круговую вот этим бальзамом Нуафтемом. Тогда он был Аквафтем назывался. И у нее на щеке осталась только маленькая крошечная ямочка. Представляете, коллеги? То есть даже без зашивания у нее вот этот кусок прирос к коже. Поэтому, пожалуйста, берите этот продукт. Он уникален. Так, я смотрю, что тут пишут много историй. О нем можно вообще очень много рассказывать, но я понимаю, что мне хочется вам рассказать не только об этом продукте, но еще о других уникальных продуктах. И я сейчас перейду именно, знаете как, у нас на пороге идет Новый год, грядет. Поэтому, если у вас с собой всегда, например, пошли вы куда-то на праздник, ну мало ли, ну всякая ситуация может быть. Если у вас сумочки бальзам Нуафтем, то при каких-то критических ситуациях, не дай бог, вы всегда сможете помочь или спасти кому-то ситуацию, потому что в Новый год тоже и врачи точно так же празднуют праздники, поэтому это будет скорая помощь для вас. Но помимо этого, к Новому году у нас, конечно же, очень многие люди хотят привести очень быстро в порядок свое тело. И я хочу вам рассказать об одном продукте, не ангину, не спреем, а самой приправой куркумой. Девочки, я понимаю, что вы хотите написать. Давайте меня немножечко послушаем, потому что на самом деле можно делиться очень интересно. Я буду с удовольствием, если поделитесь своими историями именно на вебинарах и расскажете свои истории. Потому что я говорю, об этом продукте можно говорить ого-го сколько. Итак, есть у нас шикарнейший продукт, просто потрясающий. Три в одном практически. То есть, смотрите, вы этот крем наносите на тело утром после душа и вечером после душа перед сном. И можете одевать прям одежду, белье, и он не прилипает к одежде, не оставляет никаких следов, но он очень хорошо работает именно на нашу кожу, то есть снаружи. Называется он антицеллюлитный крем-скульптор «Эксперт». Сейчас он не с небольшой скидкой, но в любом случае, если вы его возьмете, вы точно не пожалеете никогда. Он запускает процесс расщепления жировой ткани, причем вначале вы не будете видеть какого-то результата, потому что он начинает работать на глубинные процессы. Потом через определенное время у вас просто-напросто совершенно другая будет становиться кожа. И ваш люлит, он будет уходить, и кожа будет становиться более гладкой и ровной. Он стимулирует дренаж, активизирует обменные процессы в подкожно-жировой клетчатке. Благодаря его регулярному применению эффект апельсиновой корки уменьшается. На себе попробовала, обожаю этот продукт. Это просто скорая помощь перед летом и точно так же перед праздником. Благодаря его... Так, кожа становится гладкой и упругой. Фитокомплекс с экстрактами плюща, конского каштана и
Центелла азиатская стимулирует вывод излишней жидкости именно из кожи. Это очень хороший момент. Снимает отек, делает кожу гладкой, подтянутой и упругой. А кофеин улучшает обмен веществ в клетках и ускоряет сжигание лишнего жира. Потрясающий продукт, приятно пахнет, он с разогревающим эффектом. Сейчас особенно, когда холодно, очень приятно утром разогреть себя, пока еще не проснулся. Поэтому вы знаете как? Вы заметите такой интересный эффект по этому продукту. Когда вы нанесете, у вас в каких-то местах будет покраснение. А в каких-то местах не будет покраснения. Могу сказать, там, где нет покраснения, значит, у вас там нету пропускаемости. То есть там конкретно есть именно большее содержание целлюлита или жировой клетчатки. И продукт просто еще пока не успел проникнуть. Там, где идет покраснение, начинается именно процесс работы этого крема. И поэтому вы вот точно так же можете определить, где у вас большое содержание целлюлита, а где нет. Могу сказать такой момент. Многие страдают по поводу целлюлита. Ну, знаете, это нужно тогда стать мальчиком, для того, чтобы у вас целлюлита не было. Потому что даже у молодых девочек и у худеньких целлюлит есть. Это половой признак именно женщины. Целлюлита у мужчин не бывает. Но чтобы улучшить именно состояние кожи, а каждая женщина мечтает об этом, то именно вот этот антицеллюлитный крем-скульптор, он прекрасно работает. Он всегда актуален. Он всегда поможет вам в любой ситуации. Даже знаете, как бывает? Иногда бывает ситуация, когда, например, я понимаю, что у меня поправились не только, например, бедра, а поправились, например, руки. Особенно с возрастом. И он очень хорошо воздействует именно на... Вот где плечевой сустав, вы тоже точно так же наносите, и кожа становится более гладкой и упругой. Когда я пробовала этот крем, когда я очень сильно поправилась и понимала, что потом похудела, то у меня кожа где-то немножко повисла. Именно вот, знаете как, внутри, где подмышка, вот здесь вот от плечевого до локтя плечевой сустав, но снизу, внутри. И у меня кожа подвисала. Вот именно этот антицеллюлитный крем, он очень хорошо подтягивает кожу, которая провисла, которая именно когда вы начинаете худеть. Вот именно вот этот крем, он подтягивает, он очень прекрасно работает, поэтому обязательно возьмите его. Его вы можете найти, я сейчас вам скажу, какая это страничка в каталоге, чтобы вы не путались. Это вообще серия «Эксперт», и это там, где серия «Эксперт». И находится он на странице 124 в 16-м каталоге. Вы его точно не пропустите. Стоимость его сейчас 349 рублей в каталоге. А вообще этот продукт стоит 500 рублей. Поэтому возьмите, не пожалеете. Он большой, объем большой. Его нужно совсем немножко. Он не кремообразный, а такой, знаете, как кремогелеобразный. И он хорошо очень поможет. Давайте посмотрим следующие продукты. Не смогла пройти продукты питания, их огромное количество. Но именно определенные продукты у нас в 2016 году получили именно знак качества по правам потребителей и качеству обслуживания. То есть их признали действительно действенными и действительно очень высокого качества продукты. Давайте посмотрим, какие эти продукты были признаны. Именно не Faberlic, а именно официально именно в России. Коралловый кальций. Коралловый кальций – это пакетики, которые вы… Пакет один, в нем несколько пакетиков, вы их по одному… кладете в воду в 2,5 литра, минут 40 отстаиваете, и вы можете уже пить, потому что коралловый кальций, он очень хорошо работает на организм, потому что он, знаете как, формирует форму именно самой воды. Он кристаллизует ее и делает правильной формы. Про него очень много можно рассказывать. Он убирает большое количество и металлов, и вредоносных веществ. Поэтому это просто очень полезный продукт для всей семьи. Так, дальше.
Следующий комплекс омега-369. Потрясающий продукт. Вы знаете о нем очень много. О нем я сегодня рассказывать не буду. Обязательно почитайте в продуктах. Дарья будет на последнем занятии в пятницу рассказывать, где взять информацию. Вы его обязательно прочтите, потому что там про него говорить можно очень много. Это... Ну, вы о них всех знаете. Омега-369, они необходимы и для волос, и для организма, и для деток. И это действительно те продукты, которые повышают наш иммунитет. Комплекс коэнзим Q10 – это потрясающий продукт, о нем можно тоже часами говорить. Масло кедровое живица, о нем скажу несколько слов. Это, знаете, как действительно уникальный продукт, особенно в компании Faberlic. Он маленькие шарики, капсулы крошечные, прям небольшие, и внутри именно это масло живица. Оно добывается по специальной технологии именно в компании Faberlic. И вот масло живица, оно, во-первых, знаете как, для людей, как профилактика очень раковых заболеваний, многих таких очень серьезных заболеваний. Но еще живицу можно использовать, когда вы просто берете, например, начинается простудное заболевание. Вы берете несколько шариков крошечных, там от 5 до 7 можно взять, можно 3, и рассасываете. И оно очень хорошо влияет именно... на горло и убивает микробы и восстанавливает функции различные. Живица, это знаете как, это как, сейчас скажу, он является иммуномодулятором для вашего организма, то есть он запускает процессы, чтобы ваш организм боролся со всякими болезнями. И знаете как, мумиё очень часто было полезным, и многие прямо его постоянно использовали. Вот живица, я бы сказала, это своего рода мумиё, которое для вашего организма дает очень много микроэлементов и полезных веществ. Формула молодости, потрясающий продукт, сейчас его нет, очень жаль, ждем мы его, что компания его, наверное, перевыпускает. Это продукт очень вкусный, поэтому, когда он появится, я прям отдельную школу по нему дам. Цистоп брусника, потрясающий продукт, прочитайте о нем. Черника плюс, это хороший продукт для зрения. Витаминный комплекс ювенол, сейчас несколько слов зачитаю про него, прям зачитаю, чтобы не быть голословной. Ювенол, современный сбалансированный витаминный комплекс, повышающий жизненный тонус, работоспособность и иммунитет. Особенно сейчас, когда простудные заболевания... Именно вот этот вот продвинол особенно необходим. В его состав входят только активные компоненты и нет так называемого балласта, которым обычно является тальк, целлюлоза и другие составляющие для таблеток, вот, которые используются, чтобы получились таблетки. То есть это продукт порошковый, вы его разводите, водичкой разбавляете, и получается, что вы пьете просто чистый продукт витаминный, очень полезный. Смотрите, именно поэтому форма выпуска порошок, который легко растворяется в воде, чтобы получить заряд бодрости на целый день, победить синдром хронической усталости и повысить качество жизни. Ювенол именно для этого и предназначен. Его нужно пить раз в день, утром во время завтрака. Рекомендуется и женщинам, и мужчинам. То есть и особенно после тем, кому после 40. То есть и детям разрешено для того, чтобы поднять именно ваш тонус организма и иммунитет. Теперь смотри, концентрат напитка пропионика. О нем я расскажу чуть дальше, прям подробненько. Прям хочу на нем акцент поставить. Минеральный комплекс магнетик. Удивительный продукт, обожаю его, постоянно у меня стоит на полочке, когда он у меня заканчивается, его, конечно, пьют курсом, но в любом случае он всегда у меня есть, потому что именно магнетик помогает и вашим волосам, и вашей коже, и точно так же он помогает вашим ногтям. Смотрите, что входит в состав, я сейчас вам зачитаю.
Кстати, когда вы его разводите, нужно буквально половина чайной ложечки, всего половина чайной ложечки и на половина стакана воды. Он такой, знаете, кисленький и очень приятный. Вначале вы высыпаете, он как порошок и плохо разводится, вот прям плохо разводится. Но вы помешали и дайте чуть-чуть постоять. И тогда уже он потрясающе хорошо разведется, разойдется там, и потом можно это пить. Смотрите, что входит именно. Эффективный минеральный комплекс на основе экстракта натурального жемчуга. Молочных, секундочку, секундочку, коллеги, прошу прощения. Жемчуга, молочных минералов и биологически активных компонентов. Жемчуг, как лекарственное средство, тысячелетиями используется китайской медициной от многих болезней. Он содержит 22 вида аминокислот, основного материала для создания новых здоровых клеток, в том числе метионин, глутаминовую кислоту, глицин, аланин, аспарагиновую кислоту, 18 микроэлементов. Например, ой, нет, я вам не зачитаю, я немножко не разбираюсь в химии. Ну тут чего только нету, то есть там практически таблица Менделеева. Самое важное, что все эти вещества способствуют заметному оздоровлению соединительных тканей, органов и системы волос, ногти, зубы, кости. Магнетик быстро улучшает качество волос и ногтей, гармонизирует состояние костной системы, улучшает общее самочувствие как мужчин, так и женщин. Но детям он разрешен с 12-летнего возраста. Вот на это обратите обязательно внимание. Но я рекомендую всем, потому что он на самом деле и вкусно, и полезный, и он порошкообразный. Десерт желе для печени Гипполайт, мы о нем поговорим чуть позже. Комплекс ярышник чуть позже. Комплекс грейпфрут, скажу несколько слов. Вы знаете, это природный антибиотик, который расфасован в пакетике, и его не нужно постоянно пить. Возьмите его обязательно. Зачем? Вот знаете, когда у вас вы заболели простудным заболеванием, очень часто, чтобы быстро привести себя в порядок, и чтобы действительно не было температуры, и состояние здоровья быстро улучшилось, пьют Фервекс. Все знают Фервекс? Принимать пропионику. Наталья, давайте я индивидуально вам потом скажу, потому что там нужно смотреть именно для чего вы ее применяете. Хорошо? Про пропионику чуть позже поговорим. Коллеги, знаете, что такое Фервекс? Поставьте мне плюсики, пожалуйста, хочу услышать от вас. Напишите мне потом, Наталья, в скайп-чате, я вам индивидуально скажу. Знаете, Фервекс. Но Фервекс, с одной стороны, он быстро помогает нам, там есть парацетамол, и уже во всем мире признано, что парацетамол он не так полезен, а наоборот даже вреден. Вот. Так вот, комплекс грейпфрукт – это как раз заменитель Фервекса. То есть вы можете пить без парацетамола полезный продукт, который приостановит и поможет вашему организму не болеть именно простудными заболеваниями, потому что именно грейпфрут, это считается природный антибиотик, единственное. Нужно обязательно для себя знать, грейпфрут является ли для вас аллергетиком, потому что некоторым людям грейпфрут не подходит. Вот те, кто знают и едят грейпфрут, нет никаких проблем, обязательно возьмите. Его заливаете горяченькой водичкой, ну такой не кипятком, а горяченькой, и перед сном выпиваете. Очень хорошо работает и на дыхательную систему, то есть лучше спите, и очень быстро помогает именно восстановить свое здоровье. Можно пить как профилактику, если вы чувствуете, что вот-вот заболеваете. А когда уже заболели, тогда уже нужно 1-2 раза в день обязательно это пропить. Вот, спасибо, Любовь. Теперь смотрите, концентрат напитка «Аромат Монарды». Шикарнейший продукт, о нем вы почитаете отдельно. Это действительно такой, знаете, как капельки, натуральное масло Монарды, которое нужно буквально 1-2 капельки. Могу сказать, что аромат Монарды, он убивает огромное количество микробов,
именно вредных в нашем организме, которые нам вредят. А полезные микробы он не трогает. Но вы обязательно почитайте про него более подробно. И нужно буквально одну-две капельки. И именно в моменты простудных заболеваний особенно этот нужен продукт, и его желательно использовать пионику и плюс аромат монарды. Это очень быстро поможет вам восстановить ваше здоровье. Дрожжи жевательная ньютоник. О нем хочу рассказать более подробно, ну, несколько слов. Когда, если у вас идет физическая большая нагрузка, если вы, предположим, бухгалтер или вам приходится много разбираться с документами, это продукт для вас. Если, знаете как, ньютоник очень подходит тем людям, у кому за 40, потому что если те есть коллеги, которым уже за 40, а которые ровесники мои, то есть за 40 и старше, у нас бывает такая ситуация, что мы начинаем что-то забывать. Видим человека, например, в лицо знаю, как звать не знаю. Бывает у вас такое, коллеги? Если бывает, поставьте, пожалуйста, плюсики. Бывает такое? То есть бывает от усталости мозг начинает перегружаться, да. И бывает какой-то момент, что вот помню, что я должна что-то была вспомнить, а что вспомнить не помню. Вот именно ньютоник помогает. Что он делает? Он улучшает кровообращение коры головного мозга. А именно если кровообращение нарушено в коре головного мозга, то тогда и сердечно-сосудистая деятельность плохо функционирует. Именно ньютоник начинает разгонять кровь именно в коре головного мозга и, соответственно, начинает вообще кровеносные сосуды начинают работать совершенно по-другому. И приток крови именно к сердечной мышце улучшается, и, соответственно, улучшается состояние памяти. Ньютоник рекомендуется детям, школьникам, тем, кто учится в институте, особенно в моменты, когда при сдаче экзаменов, при большой, знаете, нагрузке, при большом объеме информации. То есть этот продукт подходит и детям, и взрослым, и особенно я всегда покупаю своей мамочке, потому что ей сейчас 82 года, и я, конечно, вижу, что в этом возрасте мозг совсем по-другому работает. И для того, чтобы ей было легче жить и чтобы она нормально соображала, я даю, она пьет ньютоник. Его пить не нужно, там большая капсула, таблетка. Таблеточка. И многие говорят, ой, ужасно, как я ее выпью. Я ее пить не нужно. Вы ее берете и разжевываете. Многие говорят, как я буду разжевывать, причем один раз в день. Она такая вкусная, скажу по секрету, как там ужасно хотелось сладкого. Поняла, что дома ничего нет. Вот меня прибило и все. Я вспомнила, о, у меня есть потрясающий продукт, ньютоник, который поможет мне для коры головного мозга и заодно компенсирует мне вот это желание сладости. То есть он такой сладенький, очень приятный продукт. Вы его один раз разжевали и получили дозу, необходимую для того, чтобы ваш организм хорошо функционировал. Доброген актив. Про него скажу несколько слов, потому что потрясающий продукт, очень потрясающий продукт. Знаете, когда вы его пьете, его необходимо пить на голодный желудок за 30-40 минут до завтрака. Поэтому, конечно же, когда вы проснулись, вначале разведите, выпьете Доброген, потом идите уже умывайтесь, чистите зубы, все остальное. Потому что у вас будет время, чтобы до завтрака. Иногда вот этот момент неудобно, что нужно пить до за 30-40 минут. Он очень приятный, знаете, как какой-то компотик по вкусу. То есть он нормальный, приятный. Но самое другое, именно Доброген Актив, он усиливает выработку вашего собственного коллагена, который необходим для суставов. И, соответственно, вот с годами у нас в суставах коллаген истирается, иссыхается, начинаются наши косточки, особенно в позвоночнике, тереться друг об друга, и происходит грыжа, потому что ну, нету плавного движения, и начинается истирание соединительных вот косточек. И получается
И люди страдают, и боли появляются, и все остальное. Именно доброген хорошо работает, когда у вас начинаются вот эти проблемы. Я могу сказать, что когда у моего мужа была проблема, именно болел позвоночник, и признали, что у него есть грыжа, и бывало, что его сворачивало, и он мог только лежать очень долго, в лежачем состоянии, потому что его скручивало, мы начали просто пить доброген. Он пропил две банки подряд, каждое утро, один раз в день, и потом сделал перерыв месяц и пропил еще одну банку. Первое время он не понимал, что нужно, как нужно, и он говорит, я не пойму, помогает или нет. А потом он начал говорить такие вещи. Слушай, интересный момент. Я, во-первых, не хожу согнувшись. Раз. Такого не было. В моменты именно, когда происходили обострения вот этих болевых ощущений, он говорит, у меня почему-то обострения нет. Это два. В-третьих, у нас прям буквально через каждые 3 месяца было такое, что вызывали специального врача, который ставил определенный укол, потому что его сворачивало. Он говорит, я уже 4-й месяц хожу, у меня... Нету. Боли небольшие остались, но в любом случае я совершенно себя по-другому начал чувствовать. И только после того, когда он пропил 3-ю банку, он сказал, потрясающий продукт, потому что у меня прошли боли. Конечно же, убрать грыжу невозможно этим продуктом, но в комплексе с работой врачей, с определенными медикаментозными средствами, этот продукт вам поможет ускорить процесс выздоровления. Это раз. Второй момент. Это, знаете, очень хорошая профилактика именно после 40 лет, потому что после 40 у нас происходят различные проблемы именно с суставами. Так, моему сыну нравится, он реально вкусный. Да, точно. Итак, переходим к следующему слайду, потому что я вам столько времени уже на этом повисла. Вот смотрите, 2 продукта, о которых я более подробно вам расскажу. Это пропионика и наш кисель. Коллеги, я вам прям зачитаю, чтобы... быть более точным, потому что я не медик, и, естественно, я могу и несколько просто моментов скажу из своей жизни. Скажу только, что пропионика получила золотую медаль, а наш кисель получил серебряную медаль на международной выставке определенной. Итак, концентрат напитка пропионика улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет. Обеспечивает дополнительную защиту организма от негативных воздействий окружающей среды. Это вот когда действительно у многих есть и смог, и вода плохая, и пища плохая, и многое другое. Помогает справляться с последствиями негативных воздействий избыточного излучения бытовой техники. У нас же везде теперь телевизоры, компьютеры, гаджеты. И мы все живем в этом мире. Во-первых, сами пользуемся, во-вторых, нас окружает это повсюду. И именно пропионика очень хорошо помогает в этом случае и выводит эти последствия. Оказывает легкое успокаивающее воздействие за счет экстракта мелиссы, успокаивает нервную систему. Пропионовокислые бактерии обладают универсальным антимутагенным защитным и восстанавливающим эффектом. То есть именно вот они добавлены в пропионику, и смотрите, что они именно делают. При воздействии на организм различных негативных излучений, в том числе и избытка солнечного света, а также факторов химической и биологической природы, токсины, микробов, поражающих продуктов питания, консерванты пищи, антибиотики, тяжелые металлы, выхлопные газы и многое другое. Пропионовокислые бактерии также оказывают положительный эффект на обмен витамина В12. Вы все знаете, что когда мы начинаем заболевать, многие врачи рекомендуют просить витамины В12, а это можно получать в этом продукте. И точно так же внешнее проявление акне на коже. Потому что многие считают, что если акне на коже, то это... Ну вот
Вот у меня проблемы кожи. На самом деле все связано изнутри. Если у вас есть какие-то проблемы на коже или в организме, значит у вас в организме есть что-то происходит. И поэтому именно пропионика очень хорошо помогает для тех, у кого есть акне, и для тех, у кого нет-нет, да выскакивает угревая сыпь или многое другое. Смотрите, скажу несколько слов про пропионику. Она очень вкусная, она порошкообразная, она с абрикосовым вкусом. Ее разводят в воде, просто комнатной температуры. Разводят и пьете. Ее можно пить как профилактику и по применению там один раз в день. Если уже есть заболевание, тогда лучше 2-3 раза в день. Но также пропионику там не написано, но могу сказать. Когда у моего консультанта, у моей подруги заболел ребенок, и ее положили с подозрением, маленький, 1,5 года, с подозрением двустороннее воспаление легких, я задала вопрос, у нас есть врач, который конкретно про пропионику очень много рассказывает. Видео мы вам сбрасывали, возможно, вы смотрели. Мы задали вопрос, можно ли пропионику ребенку, вот такому маленькому. И она сказала, да, маленькому такому ребенку пропионику можно, но дозировка сниженная. Водички не надо разводить, достаточно на кончике ложечки дать ребеночку, пусть он рассасывает. И за счет этого вы поднимете быстрее иммунитет, и организм начнет быстрее бороться. Вот она давала пропионику, проходила лечение, в конечном итоге двустороннее воспаление легких не подтвердилось, и ребенок очень быстро пошел на поправку. Поэтому, коллеги, купите ее, купите себе, купите своим деткам, купите своим близким, расскажите об этом уникальном продукте. Потому что сейчас начнутся, особенно, знаете как, вот сейчас, если начнутся заболевания, вот знаете, как вирусные, помните, как раз и все слегли гриппа, гриппы разные бывают. Вот именно пропионика поможет как профилактика для вашего организма, чтобы не заболеть и не подцепить вот эти вирусные заболевания. Теперь немножко скажу про кисель. Это большой пакет, и в нем маленьких пакетиков. Не помню сколько, по-моему, даже не помнишь, 20, по-моему, их пакетов в этом пакете. Очень приятный вкус, кисленький, разводится как кисель. Не нужно разводить горячей водой, достаточно такой или тепленькой, или комнатной температуры. Именно за 6? Нет, там больше. Ладно, не буду спорить, не помню. Этот кисель вы разводите, и за счет того, что вы не разводите горячей водой кисель и не варите. Хорошо, пусть будет 6. Спасибо большое, коллеги. Видимо, я пропустила. Просто, наверное, много брала. Мне очень он нравится. То смотрите, когда вы разводите комнатной температурой, то вы сохраняете все свойства, которые именно находятся в этом киселе. А этот кисель необходим как взрослым, так и детям. Смотрите, что это такое? Он, кстати, получил серебряную медаль. Идеальная форма для того, чтобы доставить в организм пребиотики, которые способствуют восстановлению состава и активности полезной микрофлоры пищеварительного тракта. Что такое пребиотики? Это основа для укрепления здоровья, снижения риска заболеваний и аллергии, способствует эффективному усвоению необходимых микроэлементов, которые мы применяем. Потому что если у нас нарушена микрофлора, то все витамины, которые вы пьете, они не усваиваются, они просто, ну, проходят и все. И до свидания, и потраченные деньги впустую. Поэтому очень важно вначале восстановить микрофлору кишечника, а потом уже использовать именно витамины. В состав яблочного киселя входят двухвалентные микроэлементы железо, медь и кобальт, а также аспарагиновая аминокислота, которая усиливает усвоение микроэлементов нашим организмом. Все микроэлементы участвуют в образовании гемоглобина. А вы знаете, что именно гемоглобин – это самый важный продукт. Смотрите, именно в киселе в этом находится железо, медь и кобальт. Я вам просто напомню, что делает железо. Железо способствует продуцированию белых иммунных клеток крови, лейкоцитов, участвует в разнообразных ферментативных реакциях,
входя в состав крови, железо участвует в переносе кислорода от легких ко всем тканям организма и системам нашего организма. Что делает медь? Зачем она нам нужна? Используется организмом для синтеза всевозможных ферментов и антиоксидантов, которые являются компонентами гемоглобина и коллагена. Помните, мы сегодня говорили про коллаген, про доброгенка, в котором есть коллаген. Но важно, чтобы этот коллаген усваивался. Медь участвует в нормализации гормонов щитовидной железы. А сбалансированное содержание меди очень важно для здоровья соединительных тканей и суставов. И поэтому, если вы будете пить в комплексе доброгенный кисель, то действительно это будет ускоренный эффект. Медь способствует ослаблению интенсивности симптомов при артрите и остеопорозе. Это так же, как доброген тоже работает именно для как профилактика артрита и остеопороза, и также для восстановления. И смотрите, кобальт. Кобальт повышает активность лейкоцитов, оказывая благоприятное воздействие на иммунитет. Принимает участие в выработке РНК и ДНК. Кобальт способствует снижению содержания холестерина в крови и выведению из сосудов, предотвращая формирование атеросклеротических бляшек. Кисель готовится без высоких температур и кипячения, и быстро, и вкусно, и в то же время его можно положить в сумочку и всегда иметь полезный продукт, и сохраненный с такими потрясающими микроэлементами. Тацу, где можно взять. Об этом мы будем рассказывать, мы все это покажем, где это, потому что последнее у нас будет прямо описание, где взять информацию полную. Теперь давайте поговорим о коктейлях. И я хочу, чтобы вы обратили внимание, потому что они тоже получили дипломы и стали лауреатами на международном конкурсе. Потрясающие продукты. И вкратце немножко я расскажу об этих коктейлях. Какао нежно на молочной сыворотке. Видите, лучший продукт 2016 завоевал серебряную медаль. Бодрит и дает усиление иммунитета. Витаминно-минеральный комплекс благодаря сыворотке легко усваивается организмом. А также напиток богат витаминами А, витамином С, Е, витамином С и витаминами группы В. Содержит достаточно редкие формы витаминов В и В4. Смотрите, вот почему я вам это рассказываю. Вообще в России в 2015 году запретили продавать биодобавки через сетевые компании. И их можно только продавать через аптечную сеть. И компания очень долго думала, как же сделать так, чтобы продукт был, не являлся биодобавкой, и в то же время он был полезен. И поэтому вот именно разработали продукты питания, которые наполнены полезными микроэлементами, полезными витаминами для нашего организма. Также коктейль «День». Он очень полезен, более подробную информацию вы про него прочитаете. Но хочу сказать, он со вкусом кокоса, и действительно после утреннего его пьянения ощущение, как будто вот бодрость в организме. Совершенно по-другому вы себя чувствуете. Вечер, он успокаивает нервную систему, улучшает сон. И вообще удивительный продукт, который я развожу, он, знаете, как на молочной сыворотке. Они все вот на молочных сыворотках, а именно молочная сыворотка очень хорошо и усваивается, и помогает организму. Вечерний продукт, если вы нервозите, если вы устали, он успокоит вашу нервную систему, и вы очень легко и спокойно будете спать. Обязательно возьмите эти коктейли, и вы нисколько не пожалеете. Коллеги, обожаю эту кашу, обожаю, обожаю, обожаю. Могу сказать, что в одно время, когда мы очень бедно жили, и многие когда говорят, конечно, ты зарабатываешь много, а я говорю, конечно, я потрудилась для этого очень много. Мне говорят, ну, конечно, ты не знаешь, что такое жить плохо. Я вам могу сказать, в свое время, когда детки были маленькие, сыновья сейчас уже, и многие из них являются вашими уже директорами и наставниками, а в то время,
Время, это было ужасное время, время 90-х. Родилось трое сыновей, у мужа зарплату снизили, у меня работы нет, и нам даже детей было очень трудно кормить. И нам друзья просто помогали и таскали мешками гречку. Я из гречки варила каши, я из гречки варила супы и многое другое. И в определенный момент понимала, что гречневая крупа, она очень полезная, но нужно ее правильно, определенную брать, потому что бывает гречневая крупа, она, ну, не вся хороша. То есть есть она переработанная и многое другое. То есть бывает гречку вы можете купить в магазине, она может быть не факт, что она полезна, потому что вы же не знаете, где она выращивалась и какие, что туда добавлялось. Поэтому в свое время я уже до тошноты была мне эта гречка, и когда пришли эти каши, я думаю, ну зачем эта гречка, зачем она мне нужна? Но когда я попробовала эти каши, обожаю наши каши. Во-первых, очень удобная упаковка, вы просто заливаете водичкой горяченькой, причем старайтесь заваривать достаточно 60-70 градусов, не нужно 100, не надо кипятком. Очень быстро разводится, достаточно чуть-чуть постоять. Вот я люблю, когда она еще не разбухла. Я люблю, когда немножко жиденько, потому что вот этот вот вкус жиденького, я прям вот прям с удовольствием выпиваю его. А потом просто ложкой вы едите как кашу. То есть это можно разводить как в чашке, в тарелочке, точно так же в кружечке. Но вам надо это попробовать. Их два вида. Одна сделана гречневая каша на молочной сыворотке, а другая с луком и морковью. Потрясающий, наивкуснейший продукт. Удивительнейший. Я, вот знаете, как в молочную, в кашу молочной сывороткой я добавляю еще молоко. Мне хотелось бы добавить этого. Хотя, в принципе, не нужно этого добавлять, потому что сама молочная сыворотка, она очень полезна для организма. А вот с луком и морковью обожаю эту кашу, она очень вкусная, она на самом деле очень вкусная. Те, кто привык к большому содержанию соли, будет казаться, что немножко не соленовато. Но для меня соли выше крыши, и я привыкла меньше солить свои продукты, и поэтому я привыкла к здоровому питанию, и поэтому для меня соли достаточно. Но я зачитаю, что именно делает наша каша и гречневые каши вообще. Благодаря множеству минералов и микроэлементов в составе гречка способствует поддержанию нормального давления, препятствует образованию тромбов, нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы, выводит шлаки и токсины, является источником сложных углеводов, которые долго усваиваются организмом и способствуют длительному ощущению сытости, заряжая мышцы и мозг энергией. А когда вы съедите кашку гречневую, у вас получится, что вы наелись, и, соответственно, вы не будете хотеть чего-то большего съесть. И это очень хорошо использовать именно эту кашу гречневую, когда во время вы хотите постройнеть, и, то есть вы питаетесь полезным продуктом и еще и стройнеете. Точно так же каши наши льняные. Честно скажу, не все любят наши льняные каши. Многие, когда разводят их и видят вот это вот такое, вы знаете, как слизисто-гелеобразную форму, говорят, фу. И многие говорят, фу по вкусу, честно скажу. Я когда первый раз попробовала, как-то я не поняла, думаю, что-то такое странное-пристранное. Ну и по вкусу как-то что-то я люблю, что-то не люблю. Сейчас обожаю эти каши. И особенно эти каши рекомендуется давать детям. Особенно в подростковом возрасте, потому что именно льняная каша очень... Вы знаете как? Я другой вопрос задам. Вы слышали, что многие молодые пары, которые есть вот сейчас молодые пары, очень долго не могут забеременеть? Было такое? Если вы об этом слышали, поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, чтобы я понимала, что мы говорим об одном и том же. Слышали такое? Да, раньше, когда были наши взрослые родители,
И когда наше поколение было, нам дай бог не забеременеть, потому что беременели все, а у многих есть сейчас проблемы. Это на самом деле, знаете как, связано со многими факторами. Но вот именно льняные каши, они хорошо работают как для мальчиков, так и для девочек, как для мужчин, так и для женщин, для восстановления нормального гормонального процесса. Об этом я вам прям зачитаю, чтобы не быть голословным. Смотрите, что делают льняные каши. Когда вы пару раз их попробуете и привыкнете, вы точно поймете, насколько они вкусные. Надо вначале просто привыкнуть, нужно правильно их разводить. Вода должна быть не более 60 градусов. Если делаете более 60, будет киселеобразная. Если 60 градусов, то, во-первых, вы сохраните все полезные вещества в льняной каше, а во-вторых, оно не будет вот такое киселеобразное, оно будет просто разбухать, и приятная каша будет. Итак, прежде всего, льняные каши восстанавливают работу желудочно-кишечного тракта. А это основная основа не только правильного веса, но и здоровья в целом. Лен содержит два вида волокон, то есть, что всасываются и приносят нам пользу в виде микроэлементов, и те, что собирают и выводят из организма все вредные вещества. Сегодня лен – это самый эффективный, возможно, единственный способ не пить слабительные и восстановить пристати кишечника для людей, страдающих расстройствами пищеварения. Именно лен. Вот именно лен сейчас весь мир смотрит. И знаете как, его если заваривать вручную, то есть есть льняное зерно, там такая сложная технология, и когда его завариваете, не дай бог, вы там что-то сделаете неправильно, будет очень противное, невкусное. Вот на самом деле, потому что я пробовала брать льняное зерно специальной по определенной технологии, заваривать эту кашу, ну правда невкусно. Наши каши, по сравнению с тем, который натуральный продукт, как его делать, очень быстро, не надо заморачиваться, и очень вкусно. Так вот, также лен прекрасно успокаивает психику и снижает стрессы. Но вот помните, я вам говорила, что есть сейчас бич, что у многих есть... Да-да-да, правильно говорите, можно говорить фун, но на самом деле это очень полезно для организма. Смотрите, сейчас бич у молодежи, что многие не могут забеременеть, потому что... Вот смотрите, каши могут это восстановить, потому что они, лен именно позволяет нам уйти от искусственных гормонов. Давайте посмотрим, что он делает. Он содержит лигнаны, восстанавливающие гормональный фон. Причем как у мужчин, увеличивая количество тестостерона, так и у женщин, помогая справиться с проблемами во время климакса и полового созревания. Следующий момент. Секрет в том, что фитогормоны, в отличие от искусственных гормонов, абсолютно безопасны. Организм возьмет столько, сколько нужно, и использует их согласно вашему возрасту, полу и состоянию здоровья. Именно лен в этом направлении. В нем содержится витамин А, который мы обычно получаем из белков, витамин группы Е и группы В. Они назначаются в виде инъекций при нервных расстройствах. И именно используя наши кашки, пробуя, кушая их, вы восстановите нервное состояние. Именно правда, когда я начала есть эти каши, я себя стала чувствовать совершенно по-другому. Я стала по-другому смотреть на мир. Я стала, знаете как, не использовать гормональные препараты, которые мне прописали врачи, или их уменьшила. Коллеги, я понимаю, что я вас задерживаю, но мне хочется все-таки еще рассказать о некоторых продуктах, которые я очень-очень люблю. Многие на них смотрят, это эфирные масла. Потрясающий продукт, который необходимо вам обязательно взять. Смотрите, есть несколько направлений. Аромат мелисс, что он делает? Он успокаивает и помогает легко уснуть.
Это цветочно-лимонный аромат успокаивает нервную систему и регулирует нарушение сна. Пара капель ароматного концентрата и гнетущие мысли отступят. Сон будет глубоким и приятным. Вам удастся полноценно отдохнуть и расслабиться. Следующий продукт – свежий лимон. То есть аромат прям свежего лимона. Это горьковатый, холодный, знаете, такой аромат. Он прям вот как будто из корочек сделан. Прям приятный-приятный. Именно не кислый, а такой вот горьковатый. Он взбодрится, вам поможет настроиться на позитив. Поможет взяться за дело с новыми силами. Он вдохновит и приободрит, облегчит поиск важного решения и преобразит любое, даже сам заурядный рабочий день. Давайте посмотрим следующие эфирные масла, как они работают. Аромат фенхеля. Он, вот когда его нюхаете, он такой странный у него аромат. И когда вы его пьете, он тоже немножечко такой вот, ну, необычный, травяной какой-то, прям трава травой. Легкий он травой. Но смотрите, что он сделает. Он сделает ваш взгляд на жизнь более прагматичным. Вы увидите вещи такими, какие они есть. У вас хватит решимости сделать непростой выбор или найти выход из ситуации. А еще фенхель нормализует пищеварение. Поэтому это очень приятный, нужный продукт. Я вам потом в конце скажу, как еще можно использовать эти эфирные масла, и если вы не хотите, например, их пить. Хотя я их добавляю и в чай, или добавляю просто водичку. Аромат апельсина, его безумно обожаю, он у меня шел в первую очередь. Прям вот теплый, сладковат, и он, знаете, прям корочками апельсина пахнет. Потрясающие капельки, совершенно другой сделает вкус воды и вкус чая. Знаете, как если летом это охлаждающий такой получается, а если вот зимой, то это, знаете, как успокаивающий нервную систему. Он восстановит баланс эмоций, то, что еще совсем недавно вы считали катастрофой, на поверку оказывается вполне преодолимым препятствием. Чудесный апельсин, чемпион по умению поднимать настроение. Поэтому обязательно возьмите этот продукт и получите удовольствие. И еще два последних продукта, о которых хочу рассказать. Это аромат бергамота. Это вообще, могу сказать, что любой аромат бергамота, он нормализует взаимоотношения в семье. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас с мужем были хорошие взаимоотношения, обязательно перед сном себе и ему несколько капель обязательно добавьте. Но здесь вот написано, что именно это эфирное масло победит хроническую усталость. То есть он такой освежающий, очень цитрусовый и приятный. Выведет вас из порочного непомерных нагрузок и неэффективного отдыха. Настало время для тотального обновления, для свежих мыслей, приятных эмоций и внимания к деталям и именно к своим близким. Грейпфрукт такой, знаете, нежный, очень приятный. Такой немножко даже сладковато-горький. Смотрите, он поможет справиться с перепадами настроения, наладит эмоциональный фон, поможет избавиться от внезапных приступов тревоги или раздражительности. Сочный цитрус поможет и тем, кто следит за фигурой, ведь он эффективно снижает аппетит. Еще, коллеги, скажу, помимо того, что вы можете несколько капель добавлять в воду, как... Вы знаете, я вообще люблю ароматерапию, и именно ароматерапия, она работает еще там, где бьется пульс, потому что где у нас близко расположены наши сосуды, и если вы сделаете несколько капель этого продукта эфирных масел там, где бьется пульс, то он очень быстро впитается в кожу и через кровь понесет по всему вашему организму именно вот эти эмоции, потому что именно эфирные масла, они работают не только как продукты питания, они работают именно на нашу кору головного мозга, потому что у меня есть потрясающая тема, что такое эфирные масла и как их использовать, это в сторону парфюмерии, поэтому мы об этом как-нибудь с вами обязательно поговорим. А сейчас переходим еще к последним продуктам, на которые я хочу, чтобы вы обратили внимание, пожалуйста. Вот 4 бальзама.
потрясающих продукта, которые действительно очень хорошо помогут в разных направлениях. Сейчас я вам расскажу про этих 4 продукта. Я делаю несколько капель в чай и пью с удовольствием. Вообще, в принципе, можно делать и в водичку. Очень вкусно, очень полезно и можно давать детям. Бальзам номер 1 шиповником и чередой. Что он делает? Укрепляет иммунитет, повышает работоспособность, снижает нервное напряжение. Лучше, конечно, пить бальзам, например, вечером, когда вы устали. Бальзам номер 2 с крапивой и зверобоем. Содержит сахар. Имейте в виду, тем, кому сахар не полезен, можете не пить его. Но сахара там не очень много. В каталоге бальзамы нет, вы можете просто набрать эти артикулы или зайти выбор продуктов, продукты здоровья. Вы увидите, что эти все продукты есть там. Просто в каталоге не все печатают. Есть у нас каталог, который вы не можете заказать по продуктам здоровья. Вы можете его почитать. Но в любом случае, они, эти продукты все есть. Мало чего нету. Итак, бальзам номер 2 с крапивой и зверобоем. Содержит сахар, но он улучшает работу кровеносной и лимфатической системы. Является профилактикой атеросклероза и гипертонической болезни. Борется с депрессией. Я прям вот своей мамочке обязательно это беру, потому что у нее гипертония. И заставляю, чтобы она пила. Бальзам номер 3. Он идет с черникой и эхиноцеей. А именно эхиноцея очень хорошо работает на повышение иммунитета, как для детей, так и для взрослых. Улучшает остроту зрения, кровообращение именно в глазном яблоке. И не только. Подходит для детей и взрослых в период учебы и работы за компьютером. Именно те, кто работает за компьютером, это для вас, мои дорогие, это для нас. И я его пью в течение дня прям по нескольку раз. Оказывает противовирусное и противовоспалительное действие. Бальзам номер 4. Солодкой и чабрецом. Содержит сахар, запомните это. Поэтому он сладковатый. Вот первый и третий, они немножечко такие с кислинкой. А второй и четвертый, он сладковатый. Оказывает благотворное влияние на бронхо-легочную систему. Обладает отличными отхаркивающими и смягчающими свойства. Незаменим для эффективной борьбы с кашлем. Поэтому возьмите эти бальзамы. Пусть они у вас всегда стоят. Они у меня прям стоят рядом с чайником. То есть, когда я пью чай, я добавляю несколько капель. Но, конечно, полезнее, если вы будете добавлять не в горячий чай, а будете добавлять, например, в теплый чай или просто в водичку. Но в любом случае это добавлять можно. Также можно добавлять в соки. Но мне нравится в чай. Я прям получаю удовольствие. Вкусно, безумно вкусно и очень полезно. И вы действительно будете витаминизировать свой организм. Хочу обратить на последние продукты, которые вы должны обязательно для себя взять на заметку. Встречаем Новый год здоровыми. Очень будет полезен именно боярышник и очень будет полезен именно гепалайт. Я сейчас расскажу, почему. В Новый год очень часто многие любят покушать и выпить. И для того, чтобы вам легче было жить, обязательно эти продукты должны стоять на полочке. Смотрите, дрожжежевательный комплекс «Боярышник». Я его беру просто для мамы и для себя. Является средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В его составе боярышник, мята, минеральный премикс. И рекомендуется людям пожилого возраста и тем, кто входит в наследственную группу риска. Смотрите, еще почему хочу сказать про боярышник. Когда особенно люди, ну не, извините, что я так говорю, но называется перепил. Перепил у него фамилия после Нового года, то начинает прям сердце аж выпрыгивать. И вот как раз если есть боярышник, он вкусный, его тоже жевательная конфетка. Вы его просто пьете, и вы поможете ему сердцу справиться. Вообще лучше не пить, коллеги. Но в любом случае, вот в этой ситуации, конечно же, этот продукт очень поможет быстрее восстановиться после бурных ночей, перепадов, вот это спали, не спали, поели, переели и многое другое.
Десерт желе Гиппалайт. Что он делает? Это уникальный современный оздоровительный фитодесерт для улучшения нормализации работы желчного пузыря и защиты печени. В его составе расторопша, кукурузные рыльца, календула, имбирь и мелисса. Оказывает мягкий желчегонный эффект, способствует выведению токсинов из печени, помогает профилактике аллергических заболеваний. Смотрите, если вы знаете, что у вас есть камушки или песок, будьте поаккуратнее, посоветуйтесь с врачом, потому что начнет гнать все. Если у вас этих проблем нету и вы хотите почистить печень, и действительно после праздника почистить печень, очень удобный продукт. Во-первых, большой пакет, в нем маленький спалец, вот посмотрите на свой пальчик указательный, вот такого размера пакетики. Его не нужно нигде разводить. Вы просто отрываете верхушечку, выпиваете, и даже можно не запивать. Я бы не сказала, что вкусный продукт, но не противный. То есть достаточно приемлемо выпил и без проблем. Но он очень хорошо работает. И его можно использовать как профилактики, но особенно полезно в новогоднюю ночь. Обязательно его возьмите для того, чтобы было вам легче жить после новогодних праздников. Давайте посмотрим на эту картинку. Очень важно для себя понять, или много кушать, или кушать полезный продукт. Важно понимать, что более полезно, есть продукты, которые не приносят пользы, или есть продукты, которые приносят пользы. И этот вопрос очень сложный. И у нас огромное количество еще продуктов есть в продуктах здоровья. Я постараюсь о них вам рассказать в одном из видео. Не следующее занятие, потому что завтра у нас будет занятие, как формировать именно подарочные наборы. Но если вы все-таки не можете отказаться от вредных продуктов, которые мешают вашему организму, то хотя бы, коллеги, пейте продукты полезные, которые дадут вам возможность вашему организму справляться с этими тяжелыми, вкусными булочками и жирными продуктами. Потому что, когда мы следим за своим здоровьем, то мы действительно можем намного дольше жить, намного лучше себя чувствовать. И мы переносим гораздо легче именно сезонные вот эти перепады и гораздо легче, например, большие нагрузки. Поэтому, дорогие мои коллеги, будут обязательно уроки и по другим направлениям. А сейчас я вам желаю спокойной ночи. Выпейте коктейльчик ночной, потому что сегодня мы закончили нашу тему. Я думаю, что я вам была сегодня полезна. Расскажите вашим клиентам и себе об этих уникальных продуктах. И обязательно посмотрите другие продукты, которые вам подойдут. Я вас очень люблю, здоровья вам, больших продаж, и завтра мы вас ждем на потрясающем обучении, как правильно формировать подарки. И, кстати, вот эти продукты, коллеги, можно дарить на Новый год своим мамам и бабушкам. Пусть они будут здоровы. Я очень часто комплектую большой набор полезных продуктов для своих бабушек, мамы, свекрови и свекра. До новых встреч, до завтра!